Марина Цветаева Юрию Завадскому. Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще золотого утра краше. Сказать еще один во всей вселенной. Самой любви молодой военнопленный. Рукой чьей невайная чаша. Друг, разрешите мне на лад старинный сказать любовь нежнейшую на свете. Я вас люблю. В камине воет ветер, облокотясь, уставясь в жар каминный. Я вас люблю. Моя любовь невинна, я говорю, как маленькие дети. Друг, все пройдет, виски руками сжаты, жизнь разожмет, молодой военнопленный, любовь отпустит вас, но вдохновенный всем пророкочет голос мой крылатый. О том, что жили на земле когда-то вы столь забывчивый, сколь незабвенный. Когда я пришла, Мария Святославна Кнушевицкая взяла меня за руку и привела на третий этаж. Наш третий этаж творческий, где служили в своих гримерных театрах все наши звезды, прекрасные артисты, которые наполнили наши стены таким ощущением полета, таким ощущением силы, незабвенности и несгибаемости, что мне кажется, что вот после того, как ты побывал на этом третьем этаже, прикоснулся к латуневым табличкам, подышал этим воздухом, вышел на сцену, ты уже, в принципе, в жизни ничего не страшно, потому что у тебя есть за плечами театр, твои коллеги, твои режиссеры и тот мир, который подарен Юрию Александровичу. Поэтому поклон Юрию Александровичу и, конечно, поклон каждому из нас, кто просто живет и дышит этим воздухом.